Только что закончился бой Ломаченко-Лопес. Ждем результата. Очень интересный, красивый бой. Очень надеюсь, что Лома все-таки выиграл. Да, к сожалению, Вася проиграл этот бой, но я думаю, у Васи будет еще один шанс. Я уверен, что все болельщики, которые болели за него, не будут разочарованы в следующих боях. Уверен, что Вася еще вернется.